Так, первые подтягиваются. Кто подключился, напишите. Как, связь есть? Ага, наверное, отклик пошел. Так. Запустил ВКонтакте немножко раньше трансляцию. Вот. А почему ВКонтакте, хотя розыгрыш для Ютуба? Потому что Ютуб не дал мне с телефона вести трансляцию. А как показал первый розыгрыш? Так, я тут. Ага, отлично. Отлично. О как. Вот. Как показал первый розыгрыш, то, что надо и компьютер, и телефон иметь, чтобы генерировать число и в записи не выкладывать. Вот, говорит, сейчас, значит, сделаю я на Ютубе. Телефон будет, грубо говоря, вести трансляцию, вот, а я на компьютере буду все делать. Но не тут-то было. Вот, на телефоне нельзя, маленький канал. Привет, привет, Николай. Вот, канал маленький, вот, так что будем вести здесь трансляцию, а на Ютубе, так как она сделана, будет снимать веб-камера. Ну, веб-камера на компьютере так себе, ну, чисто, как говорится, для галочки. Вот, потом зальем это видео. Так, туда, на канал. Значит, ждем пользователя меня, значит. Ну что? Запускаем. Ну, поехали. Пошла вроде. Так. Ждем людей, значит, на ютубчике. А пока народ. Так, кто-то один пришел. Напишите, как там. Есть видео у нас. Так, этот звук отключили. Звук есть. Два человека уже. Ну что, значит, давайте, пока народ подтягивается. Все есть. Отлично, Евгений, спасибо. Значит, к сожалению, те, кто на Ютубе, увидит то, что я буду делать на компьютере, только в записи. Вот, но для тех... Так, Данил, привет. Всем удачи вам, творческих успехов, взаимно. Так, значит, увидит в записи. Вот, а мы сейчас посмотрим со зрителями контакта, группы ВКонтакте, значит, пост, который был сделан, вот, и проверим, кто откликнулся, кто что написал, вот, и, как говорится,
правильно ли что сделали. Многие не досматривали видео до конца, может быть, потому что оно было долгое. Ну, как бы на первый раз это будет простительно. Вот, я там всем дописал, ответил. Вот, но на будущее, кто не поставит, как говорится, число, ну, свой порядковый номер, вот, просто не будет участвовать в розыгрыше, и все. Вот, ну, на первый раз, значит, так как я и сам еще не особо разобрался в этом во всем деле, вот, так что будем, значит, вместе учиться и, как говорится, чтобы не делать больше ошибок. Качество, конечно, ужас, сам вижу на Ютубе. Ну ладно, поехали. Значит, смотрим. Пост был у нас от 29 августа. Первый розыгрыш был на 1 сентября. Многие написали то, что очень маленький срок на то, чтобы, как говорится, охватить аудиторию. Ну, это был, как говорится, тестовый. Вот, для второго розыгрыша было дано немножко побольше времени. Вот, и смотрим, что из этого получилось. Так, поехали, считаем. 1, 2, 3. Вот, Бульба Сумкин написал, что участвует, а номер свой не поставил. Вот, ну, как бы я ему присвоил номер последующий. Вот, но в будущем не будем так, конечно, делать. Вот, поехали дальше. Денис. Денис написал, что он номер второй. Вот, но, как говорится, все отсортировано по тому, кто во сколько написал. Вот, соответственно, ему присвоил номер 5, но он потом и сам реабилитировался и написал, что он пятый. Поехали дальше. Так, 6, 7. Вот, так, человек у нас, значит, еще Евгений Ягодкин. Но он так и не ответил, будет ли он участвовать или нет. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас всего человек, и присвоим ему, как говорится, крайний номер. Пускай человек, так как смотрит канал, вот, все равно поучаствует, может быть, повезет. Если ему будет не нужен, как говорится, подарок, ну, значит, разыграем еще разочек его. Так, поехали дальше, значит, 7, 8, 9. И вот тут тоже у нас Светлана, значит, участвует, но номер не написала. Ну, присвоил 10. Дальше поехали. Вячеслав. Вячеслав написал номер 9, а так как у нас тут все сдвигается, сдвигается, хотя Дмитрий 9 написал все правильно, вот, так что тоже я немножко подвинул и написал, что он будет 11-й. 11-й. Так, Николай. Иван каток для Т4 напечатал. Каток Николай я напечатал. Вот, только он будет от другого танка. Но, в принципе, это они схожи по дизайну. Так, Николай, вы 12-й. Вот, дальше Данил Марченко написал 10-й, но, к сожалению, уже все позбивалось, так что не обессудь, номер 13 тебе достается. Так, и недавно написал Джонас 11-й, он будет 14-й, вот, но чтобы вот таких уже нюансов не возникало, вот, читайте, будьте внимательны. Вот, так что 14. Ну и спустимся вниз, значит, Евгению ответим. Вы 15-й. Итого у нас 15 участников. Так, с участниками разобрались, страницу не закрываем. Переходим мы сейчас. Так, что у нас тут, движения какие? Так, везде всем все видно, хорошо. Евгений, надо было видео смотреть. Сейчас происходит, значит, розыгрыш. Вот. И в предыдущем посту, когда я рассказывал то, что будет два розыгрыша, две кабины
напечатанный на 3D принтере для VPL моделей в 16 масштабе, вот, надо было написать свой порядковый номер. Вот, так что давай, если сейчас ты быстренько реабилитируешься, вот, ставь номер 16, и мы продолжим. Давай, ставь там, вот, и будешь участвовать, будешь в теме. Вот, разыгрываем сегодня кабину Краза под шасси VPL. Так. Спасибо за классики, за лайки. Вот. Просьба, конечно, ставить под тем видео, которое реально понравился, лайк, чтобы я понимал, какая вам тема больше интересна. Так, ну что, обновим страничку. С постом о розыгрыше. Так, упорядочим их сначала новые. Евгений, ну, значит, сегодня ты будешь зрителем, потому что будут и следующие розыгрыши. Вот, и будет не только 16 масштаб. Будет и 14 масштаб, и 10 масштаб будет. Будут всякие ништяки, там, копийные какие-то вещи, шмудрячок там. Вот, поэтому, вот, не пропускай, следи за новостями. И если будет интересно что-то, вот, участвовать. Да, как-нибудь в следующий раз обязательно. Вот. Потому что, как говорится, направлений много. Вот на данном этапе у нас 16 масштаб. Вот, так что будет и другое. Ну все, значит, поехали. Участвую. Катя, надо на Ютубе. Этот сейчас розыгрыш идет для зрителей Ютуб канала. Для контакта был на той неделе 1 числа. Так что номер 16 ваш. И пишите быстренько на ютубчике. Сегодня всем простительно за опоздание. Вот. Давайте в качестве исключения ставим вам 16. Значит, все. Переходим на сайт Runstaff. Вот. У них тут много всяких вещей, как разыгрывать там и ВКонтакте можно, и кто лайкнул, кто репостнул. Но нам нужно, в принципе, только число. Значит, мы с вами определились, то, что у нас 16 человек. Екатерина, вам все равно надо написать на YouTube-канале, на него подписаться и написать там свой порядковый номер. Так, но я вас уже как бы включил в качестве исключения. Так, 16 человек. Ну что, скрестили пальчики? Давайте-ка вот так чук-чук-чук. Генерируем. Победитель сегодня у нас человек под номером 10. Поздравляем его. Аплодисменты. Так. Переходим, смотрим, кто же стал у нас счастливчиком. Так, тут у нас опять все сбилось. Сначала новые. Так. Так, 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 так. А 10 номер у нас Светлана. Поздравляем Светлану. Светлана, значит, вы должны связаться со мной. Либо здесь отписаться, либо вот сейчас записи видео, которое я добавлю чуть позже. Вот, написать либо в группе ВКонтакте, оставить свои данные, куда отправляем мы. Вот, вы выиграли кабину Краза. Кабину Краза. Кабина, в, если быть точным, она в 19 масштабе. Вот, она как Урал сделана.
как говорится, немножко меньше, чем Шишига, как бы если сопоставить ее, но очень тоже довольно-таки копийная. Можно сделать открывающиеся двери, открывающийся капот. Вот. В комплекте у вас получается кабина, передний бампер, задний бампер будет обязательно. Вот. И плюс там рама еще, подножки. Ну, как говорится, не знаю, кто будет заниматься, вы или кто-то. Так что немножко раскурить, загрунтовать. Можно, если есть желание, зашпаклевать. И будет очень достойный аппарат. В принципе, в группе ВКонтакте есть фотография, где она стоит на базе, что у нас там, JJRC. Не помню, на какую-то мы шаську ставили. Она, в принципе, садится очень неплохо. Так, ну все, еще раз поздравляю. Так, закрываем, значит, мы вот этот YouTube-канал. Число мы сгенерировали. Да, обязательно, значит, ждем следующего, ага, видеоконтента. Да, видео будут обязательно. Сейчас на подходе, значит, у нас вторая часть по переделке MZ модели. Делаем на нее заднюю подвеску. Видео уже как бы отснято, осталось смонтировать. Эта подвеска будет как на Урале, в принципе, такая мягенькая, и я думаю, будет пользоваться спросом. Она, кстати, будет доступна для заказа, если кого-то заинтересует. Вот. Мы ее для него отпечатаем. Ну все, в принципе, я думаю, что это второй, как говорится, вторая попытка розыгрыша немножко лучше, чем первая. Вот. Но будем двигаться к тому, что было все идеально. Вот. Ну и желательно, чтобы и вы делали все как запланировано. Потому что смотреть каждого, проверять тоже не особо интересно. Считать за вас тоже. Кто хочет выиграть, посчитайте, там комментарий, в принципе, несложный. Чё, у нас он, как говорится, канал небольшой, всего лишь, получается, 16 человек сегодня участвовал в розыгрыше. Я думаю, уже до 16 посчитать можно. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы народу было побольше. Ну все, всем спасибо за просмотр. Удачи во следующих розыгрышах. Я думаю, что раз в месяц будем делать обязательно. Вот, ну, может быть, и почаще. Посмотрим. Вы пишите под этим видео, значит, что вам интересно. А я уже буду исходить из этого. Потому что, как говорится, модели разыгрывать я не смогу. Вот, как говорится, канал не настолько большой. Он мне не приносит ни дохода, ничего. Как говорится, это делается все для себя. Вот, но вот такие небольшие ништячки, как говорится, что-то можно сделать. Вот. Я собирался эту эту модель сделать себе, но потом решил, чтобы она была сопоставима, я ее увеличил и делаю именно краза в 16 масштабе. Я думаю, кто следит за новостями в группе ВКонтакте, я, в принципе, все выкладываю. Можете подписаться в Инстаграме, на YouTube-канале, в принципе, все ссылки есть. Ну все, всем спасибо за просмотр и пока. Удачи всем.